В рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, ведется работа по профилактике ДТП с участием пешеходов. Чтобы снизить число ДТП и избежать тяжести последствий от них, сотрудники ГИБДД в Самаре провели профилактический рейд «Пешеходный переход». В зону контроля попали не только пешеходы, но и водители, которые не пропускают людей на пешеходных переходах. Сергей, чему нарушаем? Поворачиваю направо с улицы Первомайской на проспект Ленина. Вы не предоставили преимущество движению пешеходу, переходящему проезжую часть по пешеходному переходу. В чем причина? Не обратил внимания сбоку. Отвлеклись, да? Да, то есть. На водителя составили протокол и выписали штраф в размере 1500 рублей. Инспектор отмечает, что число ДТП с участием пешеходов по-прежнему внушительное. Особое внимание при переходе проезжей части родителям с детьми. Малышей необходимо держать за руку. Подростки также в зоне контроля со стороны сотрудников ДПС. Нередко мы с вами становимся свидетелями того, что, но это в основном относится к категории молодежи. Парень либо девушка, значит, переходит проезжую часть, наденут наушники и в свой взор устремят в сотовые телефоны, там, в планшеты и так далее. Вот. И переходят проезжую часть. Их не интересует, что происходит на проезжей части. Не смотрят ни направо, ни налево. Это крайне недопустимо и, как минимум, безответственно. Не стоит забывать, что основополагающим правилом на дороге является ее осмотр перед переходом на противоположную сторону. Если бы на этот нюанс обращали внимание все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий было бы в два раза меньше, отмечают сотрудники ДПС. Также нельзя переходить улицу в неположенном месте, даже если вы очень спешите. Жители Самары рассказали, как соблюдают правила дорожного движения. Если осталось 8 секунд, я лично не иду. То есть я очень аккуратно иду. Потому что я сама водитель. Это проезжая часть, здесь очень опасно, машины ездят, можно получить травму или вообще очень серьезно пострадать. Я всегда перехожу на свой зеленый свет, потому что на красный опасно. И придерживаюсь постоянно этих правил. А вот если нет светофора, как переходить? Ну, опять же, пешеходный переход должен быть. Пусть нет светофора, но тогда водители пропускают. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям и пешеходам следовать ПДД. От этого напрямую зависит их собственная жизнь и здоровье, а также безопасность окружающих. Рейды по выявлению нарушителей будут продолжены.